Всем привет! Продолжаем играть Tales of Arise. Где мы тут остановились? Возле костра в прошлой серии. Ненавижу пит. Ночевать на улице. Так, антидот очередной. Ну, не знаю, потом дальше может быть пригодится. Сейчас мы, конечно, не понимали, для чего он нужен. Что можно с ним сделать, хранить с ним какую-то еду. Ой, забывают, что здесь карта на голову клавишу. Это мы обратно возвращаемся. Нам туда не надо. Туда вроде мы как добежали. В прошлой серии, да. А что, заново рыбу собирать? Очень странно сохранение. Ну ладно, сейчас соберем. Обалдеть. То есть можно даже спрыгнуть, не разбиться, даже жизни потратить. Вот это на самом деле не надо. Поможет. А чё у нас меч стать старый? Почему? Я, по-моему, вроде меч поменял. Или она не сохранилась после старого? Что после старого? Нет, после прошлого раза. Видно, да. Меч я менял, видимо, там, где нет сохранения. Значит, сейчас тогда здесь получится снаряжение. Меч здесь поменять на другой. Из вещей ничего нет, из аксессуаров нету. Шон, так, тебя тоже. Винтовочку поменяем на другую. Платье у тебя только белое. И все остальное нам не нужно. Вот так получится, я думаю, что с этим мечом еще можно повоевать. Да, гигантские зубы мы видим. Всем особь. Грибы какие-то. Тоже для приготовления еды. Давай пару с этим двигаемся. Что это? あのね、いいことは私はレナ。あなたはダナ。それに私はレネギスにいたの。あなたが記憶を失う前にどこにいたにせよ、出会いようがないわ。レネギス。あの空に浮かんである、あれか。レナ人の城だとは聞くが、本当に人が住んでいるのか、あそこに。私たちがどこから来たと思っているの？鋭ぶりがの旅に降りてくるのだって見ているはずよ。 何年前のことなんだ、それは。今回のスルドブリガは7年目になるはずだけど。じゃあ覚えてないな。あなたが覚えているのは何年前からなの？1年くらい前だ。そこで毒に拾われた。1年。悪いけど、それならやっぱり会っているはずないわね。そうか。 弱い者いじめはスカンのだが、ここが踏ん張りどころだ。そうなんだ。俺たちが引き分けてはいかんのだ。こいつらが丸々とやった。よく出たな。ダビワイル。ну втроем так интересно довольно мне。そうでないと困るわ。あ、ほほほほ。 Тынянская сова. Собачий хвост. Он вызывает желание бегать и лаять. Что за бред? Вижу сову. В общем, короче, какие-то здесь совы есть, с которых мы получаем какие-то непонятные предметы. Подберу все. Апельсиновое желе. Ценное лечебное желе. Если его съесть, увеличит запас жизни, сил восстанавливается 30%. Вон о чем. Вот где он только отображается? Вот это вот вопрос. Да. Иду!
状況が逆転したら敵はわずか終わりだ。落ちるわよ。ああもう一踏ん張りだ。Ударил, увернулся. Да, готов. Ну, с этим легко было расправиться. И какие-то предметы получаю я. Ковый панцирь какой-то, не знаю, на продажу, может быть. Пока просто берем, собираем. Ну что, сходим попробуем этого. Главное, зверя здесь победить. Ноги, что-то я смотрю, вот эта нога особенно. Сок встреч. А я какого? С одного удара просто. Я у него по одной жизни отбавляю. А можно отсюда убежать? Нельзя бежать. Ока. Можно сдохнуть. Просто я даже не понимаю, какого я уровня. 43-го, но это нереально убить. Все потратил, все, что было. А как понять, какой уровень? Не написано. В общем, не до него сейчас. Слишком мощный для нас. Так, а вот эти вот седьмого уровня. Это как так? Я вроде его ударил. Ну хотя бы, да? Анимит. Этот кристалл, останавливающий кровообращение, если потереть им онемевшее место, ценится всеми, кому приходится долго оставаться до одной позе. О, как? Ну, не знаю. Куда его применять? Воротский класс тут слишком мощный. Шипастый. Бег. Причем я потом еще город орков. Сытазо, Урвезекуда. Лена но сокохе но сугата миатаранай на. Уретачи ни крабете Лена жин ва атама казу га скунай кара да. Коую неоки суру даке но башо ва жункай ва шите мо жоучу ва шинай. ここに次の隠れ家があるんだな。そういうことだ。お膝元に俺たちがいると知ったら連中も驚くだろうよ。他に誰もたどり着いてないなんてことになってなければいいけど。ジルファ、奇遇だったようだな。行くぞ。Этот спасся, сюда добежал, получается.Убежище красных. Каких там воров или кто там. Точненько, все уставшие как будто. Ну запрыгни сюда. Я очень жалел в воде. Интересненько. Неожиданная находка. В фонтане причем. Чего здесь? Лестница.
я почему-то думал, тут что-то будет. А, кстати, спрыгнуть нельзя. Тут только с лестницы. Не, можно. В таких вот местах это хорошо. Не надо залез по лестнице, потом обратно слазить. Вот этот. Туда нельзя. Ну, пойдем, в общем, сюда. Да. Так, по сюжету. Сюда нас привели. Зильфа! На, итаро! Зильфа, как втабару, как и на, итте! Хай, хай. Сореде? これからどうするの? 切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そう。いよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ。失敗はできん。ここ一番乗るかそるかだ。上等じゃねえか。みんなこの日が来るのをずっと待ってたんだ。俺は作戦を詰める。その間は、そうだな。 2人ともその格好をなんとかしておけ。あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。типа молодежки броню нам дадут сейчас. Сейчас посмотрим. У нас какие-то там есть вещи изначально нам давали. Ора, питтари. Но почему-то мы ходить не могли. Вон, ну чё, всё. Варыньдакедо, Эназинно фукуа ойте найно. Данано фуку де йокереба тэйкё декиру кедо. Соно кива насасоу не. Сонна кодавару кото нано ка? Наника канчигай штеру йоу дакедо. Ватаси га коко ни иру ноа ригай га итчи шита кара ё. Ренажин де ару кото ямета обое ва най ва. Мама. そうだ、ネアズにも聞いてみたら。彼、私たちの中じゃ一番の情報通だし、もしかしたら当てがあるかもしれないわよ。Бело-синее облачение. Зефир покинул команду. А это тот, который с кулаком. Ну-ка, это карта у нас. А дай я посмотрю, почему я не могу одеть. Да, у него только это платье. Ну ладно. Ты кто? Женщина из Красных Воронов. А чего добываетесь, как сажаются ориньяне, что вы делаете в Улизербеке, скажи мне про ориньяны, кто такие зоглы, что такое социальные приемы, ничего не нужно, спасибо. Странно. Просто тут чисто расспросить. Звездочка где-то там показывает. Это кто? Нет. そうだな。ああ、くそ。まるで一人が足りな。で、なんだ、相談？それ急ぐのか？いや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれないか？やることが山積みなんだ。何をすればいいんだ？何でもだ。誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。俺たちのことは俺たちで面倒見なきゃならんのさ。 詳しいことはあそこにいるやつに直接聞いてくれ。頼んだぜ。 То есть помочь им нужно теперь задание выполнять какие-то здесь. 困っている人はいないか。何にでも首を突っ込まないで。 Давай сейчас спросим, что сделать нужно, кого убить. На. Вам потребуется помощь. Яркоглазая, вот как они ее называют. Дирон его зовут. И я здесь главный.
нужно доставить кое-какой груз. Мои друзья заберут его из нашего убежища в шахте Зион. В шахтах? А стоит ли после такого, как ранее они или прикрывали? Вот, смотрите, люди рисковали жизнью, чтобы собрать эти ценные приветы. Надо вернуть хоть часть из них. В шахту вообще нужно будет вернуться нам. Понятно. Розыск припасов. Я так понимаю, это не основное задание, что ли? Подзадание, ну да. Сколько посчитать нужно, посмотреть задание, можно запись к активности. То есть это доп. Задание получается, не по квесту. Ему нужно припас принести. Отправиться нам нужно... Чего? Амари медац на йо. Ты все-таки здесь единственная ренианка. Дорега неоки сру даке но башо тою вари нива. Сюрак но те о наште иру но не. О. Ташка ни соукоу хей дараке но Мосгару то ва чигау га. Мотто хисан на но о соузоу ште ита но ка. Сру до биэзо ва. Аната тачи ни ва нани мо деки най то умотте иру. Нани? Икура те га тари най то итте мо. 脅威を感じていたらこんな風に好きにさせておいたりはしないはずよ。お前。いや。そうかもしれない。紅のカラス以外のダナジンは皆レナに支配されているのが当たり前だと思ってる。生まれた時。いや。生まれる前からそうなんだ。自分たちと何の関係もないレナの王を選ぶためなのに。 不満があるなら戦えばいいわ。それをしないのなら、それは受け入れたということよ。自分は違うって言いたげだな。レナ人っていうのはみんなそんな風に考えるのか。確かに私たちレナにとって力があるかどうかは重要ね。でもそれとこれとは別よ。私には目的がある。そのためならどんなことだって利用する。 То есть это поговорить с ней, со своими спутниками. Карта. Посмотрим. Подготовку выполнить просьбу Дирона. В ущелье Сандис. В ущелье Сандис это вот сюда. Так это я здесь уже был же. А вот он, мой как раз таки розыск припасов. Ну пошли. Так, нам туда. Опять драться. Ну ё-моё. Каждый раз драться, да? Ну в принципе можно было даже не драться. Мощно они, кстати. Молодец, она выстрелила из пушки. Вы закончите очки исследования, вы сможете принять следующий прием или прием поддержки, чтобы снять очки и отдохнуть в трактире. Ну это я помню, да. У меня их вон там мало осталось, а тут их трое. Можно, конечно, обойти их мимо. Чтобы не тратить на них, потому что там дальше возможно с кем-то разбираться. А мне все равно не хватит там. Кстати, там рыбка, по-моему, внизу, да? Пошли возьмем.
Так. Прикольно, что можно упасть без проблем, без ущерба здоровью, я надеюсь. Ну, по крайней мере, здесь здоровья нет никакого. А еще, мне кажется, есть музыка немножко громковато в игре. Опа-на. Что случилось? Один живой. А, Дайрон, но цкай дикта. Шикаришо. Йокатта. Соконо. Шигеми. Шикаришо. Все. Чио. Ведь в тех кустах. Что в тех кустах? Бесполезно, он же мертв. Ксо! Матада! Мускера но йони! Конна! Иноч сра йони убаварете! Соко но шигеми то итта ва не. Котелок, откуда он тут взялся? Семете нанька хитоц даке демо кайшу саремай то штанда. Дживен ва таскаранай но ни даре ка на кру то синджите какши тоушта но ка. А, вот что. Моно хитоц мамору таме ни иночи о отосу но ва орока та то омоу ка. Синджиру моно но таме но иночи гаке но кодо. Это точно. それがどんな意味を持つかは受け取った者次第よ。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。これはその証なんだ。あんたの意思は必ず届け。なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。 Забрал котелок-то, я чуть не понял. Куда? Кедо. Ну, здесь вот. Дуре-то сину край нара, орева татака. Предлагает отдохнуть. То есть каждый раз здесь добыча камень-антидот восстанавливается. Я помню, по дороге я когда там шел, там... Но это мы обратно уйдем. Ну да, вот там вот остановилось опять. Шахта, типа. Давай сходим, берем. Опа-на, здесь это здоровый. Я его обхитрю, я не буду с ним биться. Я просто заберу и бегу. Неужели эта музыка реально такая играет в игре громко? Где у нас звук? Ну да, эта музыка такая вот, слишком громковато, вот на 50 как раз таки нормально будет. Музыка так орёт, как в песне. Ничего интересного. Вокруг не видно. В принципе, чего, с этим можно подраться, с тремя. Грибы. Грибы здесь целы. Там какая-то трава, я помню. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, не-не-не-не-не. Все-таки решили подраться. Они тянул левела.
Стреляй по нему, я как бы буду уворачиваться от них. Потому что если меня убьют, это будет хана. Молодец, он любит на двоих сразу. То есть по три удара на каждую кнопочку нужно нажимать, тогда эффективно я их убиваю. Неплохо так с ними разобрались. Ну погнали. Тут еще двое. Давай, один по одному. Один. Готов. Ну, начинаю так уже более-менее привыкать. Давай драться. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И последнее добивание. Виверный. Анеминт. Анимеющий. Потереть анимеющее место. И все нормально будет. Няня, обитатели Даны, коренные. Проклятие. Когда папа вернется, но папа уже не вернется. Уйти далеко. Не надо врать, он же умер, да? Девчонка какая понимающая. Нефежная искра. Вот, наш панель навыков наконец получен знак железной маски. Что это там, как корабль назовете, так он и поплывет, я так понимаю, да? А здесь ничего я не могу перемещать, подтвердить. В общем, титулы. Было определенные требования для каждого из ваших персонажей, вы зарабатываете для них титулы. Титулы позволяют изучать новые приемы и навыки, тем самым облегчая сражение. Требования для получения титула можно увидеть на панели навыков. Вот так вот. Краткое описание. Можно потратить очки навыков ОН, очки навыков, чтобы изучить приемы и навыки доступных титулов. Это наделит вас мощью полезных эффектов, поэтому не стоит откладывать распределение очков навыков. Панель навыков можно открыть, нажав крестик вправо. Уведомление приемов навыков. Если не хватает очков навыков на определенный навык, выделите его и нажмите X. Теперь вы получите уведомление, как только накопит достаточно очков навыков для его изучения. Вот так вот. В общем, все, мы прокачали немножко так титулы, навыки. Вот, исчезли. С Найтом. А что там за письмо? Что за письмо? どうなんだ? Там же Зогл все еще не подох.
большой такой, как насекомый с крыльями. А, ну да. Сиду большой. Да, получится как-нибудь. Там он 43-го левел только. Да найдем. Нам пока не хватит сил. Он слишком огромный, 43-го, я 7-го или какого. У меня, кстати, очков. Очков маловато. Можно отдохнуть у костра, если тут есть. А, ночлежка. Ночлежка, трактир. Давай отдохнем. Вот, а тут что-то есть, давай поговорить. Но все равно заходить, смотреть товар, может что-то и пригодится. Давай, купить. Флакон жизни, мясные обрезки, карт. Это купить. Галт. Галта. Тут вот что. А продать что я могу? Яблочный желе, кстати, дорого стоит. Или это 3 штучки только 250 стоит. Апельсиновое желе 1500. Шалфей дорогой. Ну, я пока не знаю, что продавать, не продавать. Надеюсь, у меня бездонная сумка. И носить я смогу очень много всего. Так, давай, отдохнем. Так, отдохнуть. Бесплатно? Или платно? Вопрос. Так, берегите силы, хорошо. Очки исследования, сколько у нас там? Полный. И каждый раз он сохраняется. Так. Наника. Сисенго канзиру. Дарека на таске о мотомете ирун джанайка. Так, давай поговорим. Модотта ка. 大変だったらしいな 悔しいが 俺たちの中で レナの装甲兵とまともにやり合えるやつは 多くない 俺たちにできるのは 犠牲になったやつを忘れないことくらいだ ああ 決して忘れない それでいい で 何か俺に頼み事があったんだろう ああ 実は 何かと思えば レナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが 当たり前だが どこも光目どもの警備が厳しくて 迂闊に近寄れない場所ばかり 待てよ ウルベゼクの外の荒野の先に ファガン遺跡って レナの城跡みたいなのがある どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが レナ人のあんたがいるなら ひょっとしたらひょっとするかもな ま 俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。 ちょ、え、だどっちもって。行くわよ。 本当に行くのか? 行くのよ。 Так, а там вверху что-то есть еще, откуда задание походу. Выше. Нет, не. Куда это та была, которая. Блин, там где-то сова, а вот она. Данианская сова. Эти совы как раз таки дают что-нибудь. Кроличьи ушки. По-моему, были уже такие. Кроличьи воплощения невинности. Благодаря размеру они легко улавливают даже самую тихую речь. 意外といるもんだな. Соу, соу. То есть это вторая сова была.
Кто там хочет со мной поговорить, я не понимаю. А, вот ты. Ну, тебе это помочь. Задание дополнительное, по-моему. Давай, не снеси. Чего, дорогие, кто сравнивает Ринян? Что вы делаете в Ульдербеке? Откинь мне про Ринян. Давай про Ринян расскажи мне. Нет, почему не глаза? Странные приемы не используют. Да нет. В принципе, я понял, что ты как гид. Нанико оттан дорога. Надолго рассказ. А, где там был вход в руины там? Оттуда я пришел, туда наверх. А туда у них куда вход получается? Карта. Неизвестно куда, да? Неизвестно. Но нам нужно сюда. В руины. Это мы уже знаем. Орбус Келаглия какая-то. Территория. Пустошь Иглия. Ух ты, сколько здесь их. Так, ага, в кнотамени орел. Нимо Зугру но муре ка? Зоглы. Дофига их. Чотто. По пути могут эти зоны, именно поэтому мне и нужна компания. Да я так понял. Мы же команда, значит, ты должен делать свою часть командной работы. Если я тебя зову, то рассчитываю на то, что рассчитываешь. Пространство вокруг меня от врагов расчистишь. Что ж, чего бы мне это делать, а замен обещаю, что когда ты меня позовешь, я переставляю всех врагов вокруг тебя. Так, по-честному? А. Ну ла, идет. Ну, то есть они тут припираются друг к другу. То есть боевой дух... молчать не стоит, ясно? Сам вижу, давай, нападаем. 7-го левела. Так, усиление атаки. Краткое описание. Призывайте союзников в бою, чтобы использовать их усиленные атаки. Когда заполняется шкала усиления, ШУ, шкала усиления, выберите нужное направление. При помощи крестовины можно дополнить другими атаками, а также восполнить шкалу ШП. Не помню, что это шкала при использовании. Заполняй шкалу усиления. Хотя шкала усиления постепенно восполняется, сама этот процесс ускоряется, когда вы попадаете по врагу или выполняете контрудары. Усиленная атака. Железный клинок. Вызывает яростную атаку с большим размахом, которая отправляет нокаут практически любого врага. Используйте ее, чтобы спасти попавших в передрягу союзника и создать шансы для новых атак. Начало обучения. Ага. あなたの剣と力なら最強のズーグルを叩き捨てられるでしょ。やるだけやってみるぞ。やるだけやってみるぞ。倒れろ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 。
Йов будет влево. Значит, прерванный полет выпускает множество лучей из дула винтовки Шион, эффективно против летающих врагов. Временно лишает их возможности подняться в воздух и отправляет нокаут. На, ну то есть как раз сбивать летающие цели, чтобы их потом... Давай. Бам, она как-то... バーブ相手は任せて。
Нормально так. Давай, стреляй. Удачно. А тебе сейчас с ним придется драться. Да, усиление атаки. Усиленные атаки. Объединяйте усиленные атаки товарищей по команде, чтобы дольше атаковать противника. Каждый член команды эффективен против определенных врагов. Экспериментируйте, чтобы получить преимущество в бою. Ну, в принципе, немножко понятно. Давай. Забей. Она не успела выстрелить, кстати. Она целилась. У нее была шкала заполнения была. Ты говоришь, освоиться, но слишком нос не задирай. Это были слабые противники. Да, я знаю. Сильные это какие-нибудь будут 10 левела. Сейчас мы скоро будем тоже 7 левела. Там трое. Трое, да. Сейчас мы подберем тут черт очередной. Картофель. А что тут у вас есть? О, сундук. Открываем, смотрим, что там. 500 штук. Вот она. Фаганские руины. То есть она себе хочет там одежду найти. Ну пошли пока. Хожу я один, как бы, но разговариваю, они как будто со мной все ходят. Сейчас мы вот этих вот. Побьем их. Давай. Блин. どういう意味?戦いになると、どこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。分かった?分からないけど、すごいな。だって、おかげで重い武器を持ち運ばなくていいし。なんで助かってるキャラじゃなくて、すげえ発明じゃないか。あなた、ダナでしょ? 敵の技術を褒めるの?変か?技術は技術だろ?敵も味方もない。それはそうだけど。 Ну да, технологии. Давай подеремся. Трое. Добил. Есть. Уровень подняли. Очки исследования у нас теперь побольше стали. Вот там три летающие. Картофель. Пшеница? Или что это такое? Пчела, так. Да. Забей. Ну, попасть не могу. Мелкие, быстрые. Не попадешь по ним. Пшеница. Опять эти там. Тут что-то есть. Яблочный желе, там дорогой. Так, там еще. Ух, сколько их тут. Берем. Может подраться? Давай. Да,
Молодец. Белый. Йош! И канжда! Там здоровый он. Мондай на сосона. Вернулся. Ну, этих я быстро убиваю. С них пока что мало чего получаю. Вот большого попробовать убить. Картофель. А вот это что, это камень или враг? Что там есть похоже, вот то волки там. Его по спине вообще надо бить. Девятый колен. Готов. Ну так быстренько его разложили. И конечно. Неплохо. Странное ядро. Наверх можно залезть, посмотреть, что там. Да. А там чего? Сюда пройти нельзя, понятно. Ты охраняешь у нас тут. А лестница что нам дает? Там что-нибудь может быть есть? Давай слазим сейчас наверх. Исследуем все, что здесь есть вообще на этой карте. Пшеница. Пшеница. Там он что-то тоже петку на ней, да? Подраться хотите? Ну давай, подеремся. Ну, попади по нему. Молодец. Чего по ней пока попадешь? Что за мешок? Апельсиновое желе. Вот оно, дорогое, по-моему, апельсиновое желе. Ну, здесь больше ничего нету. Пришел, в общем. А, сова, я даже... Еле услышал. Пятнистые кошачьи ушки. Эти пушистые ушки придают образу милую дикость, а подходят любителям кошек, желающим выразить свое пристрастие. Ну, посмотрим. Да, совки тут странные немножко. Дают какие-то там предметы, непонятно немножко. Кстати, а здесь не обязательно ведь спускаться, да? Если я упаду с этой высоты, я разобьюсь? Вопрос. Не рассчитал с приземлением. Ну да, с такой высоты упасть, это, конечно, блин, там сразу убьешься. Камушек. Давай подеремся, хотите подраться? Седьмого, а я уже восьмого. Ну, с этими уже легко. Троих убил, всего лишь один получил острый клык. Маловат. Мондай на
Все. Ну, это легенькие. А что это уже ночь? Кто там? А, вон они. Там совы где-то. Не совайте. Ну, попади. Аба, красиво она. Удега агатта кана. Соу де най то комару ва. А, котаете мисе са. Кто там шелестит? А, вон, вверху. Давай, четверо их тут. Восьмого. Добил. Так, она получила новый уровень, отлично. А сколько у нас там получается очков? 159, а у нее 142. В принципе, можно получить вот это вот. И теперь у нас вот тут стихийная защита плюс 10 будет. А у меня 400 сюда нужно, 170, 240 мне не хватает. А так, чтобы нам увеличить, вот надо верхнюю прокачать, чтобы у нас атака была плюс 10. Яблочное желе очередное. Так, вот там что-то я вижу возле дерева пшеницы, походу. А здесь кто-то есть. Бог. Ну, неплохо. Че, одного убиваешь, что троих убиваешь, все равно отдают один предмет. Опа-на, голем, 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 голем. Че это такое? Так, дык. Давай подберемся. Промазал. Готов. Я его заставил вернуться, она как раз в тот момент выстрелила ему в эти его камушки на спине, которые, я понимаю, уязвимое место его. Так, черная рыба. Да. Так, там что-то есть. Здесь я вижу костерчик. Костерчик. Отдохнуть. Они сами уже. Фаган исеки тою ноа аре кашира. Ано шита маде ато скоши. Есть захотели. Соева. Шибараку табете накатта на. Кини шинай де куре. Харас касета мама хатараку ноа наретеру. Ии кото. 食べられる時に食べなさい。いざという時に役に立たないでは困るわ。まさかレナ人に食べることの大事さを説教されるとは思わなかったよ。レナって食べ物が手に入らないことくらいあるわ。それってどういう。どうするの。食べるの。食べないの。食べるものがあるなら、とっくに食べてる。私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。 だけど2人分には心もとないな。だから作るのよ。料理を。готовкой займемся. Вот сейчас у нас обучение готовки. Матомо ни шита кото найзо.
私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。Он сам идет к костру. Сейчас будет готовить шашлычок из рыбы, которую мы набрали. Да? Нанда, Джиро-Джиро, мите. Соно фуку. Кино не ёри сугитете. Москоши мибае га хоши. Чё ты меня уставилась? Мибае? Соре га нан но як ни тацунда? Со датта ва не. Ао но сашииро ва ии то умуу нда. そういうものか。Вспомни, загружаем. А что загружаем контент? Что мне предлагают? Нет, тут только отдохнуть. Вот как раз отдохнуть нам. Готовка. Краткое описание. В лагере, в трактирах можно готовить еду, которая дает временные бонусы. Получаем рецепты новых блюд и ищите ингредиенты в местах сбора и универмага. Съедая новое блюдо, вы обнуляете любые эффекты предыдущего. Понятно. Сила и длительность эффектов, которыми обладает блюдо, сильно зависит от того, кто их готовит. Поэтому дежурство по кухне стоит продумывать в зависимости от ваших текущих целей и общего состояния команды. То есть не каждый, вот, а вот допустим, избранный эффект еды. Продолжительность за двойной объем ингредиентов плюс 90%. Тут у нас уже никто. Ну, где-то она готовит. Давай кашу. Шион из пшеницы. Харава чанто митасеру хазио. Отлично. Хонто ни соно камен гоши ни таберу но не. Киё на мон да ва? Ну, ма, нарета мон са. Кедо окане сан де чанто хара мо фукурета. Зайрио соно мама таберу йори каса га фуэта кимо суру ши. 料理するってのもバカにしたもんじゃないな。これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。あ、いや、そういう意味じゃないんだ。ただその。Это не конец, гора это оправдывается. 作ってくれた。Сказал еда говно. 悪かった。大体あなた痛みは感じないのに味はわかるの？一応人並みにな。人に言わせると少々変わってるらしいが。変わってる？好みの話？前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言われたんだ。痛みがない分刺激に飢えてるんじゃないかって毒が言ってたっけな。オストリードの食事はなるべく私が作った方が良さそうね。お口には合わないでしょうけど。だから悪かったって。分かったよ。プラシルプラシ。俺もちゃんと普通の味を目指すから。それで勘弁してくれ。Похвалил называется. Сказал, еда твоя хреновенькая. Так. Получен знак, что он на скорую руку. Отлично. Что у нее тут есть? Ядовитость. Удар оружием посылает ядовитые водяные пузыри, которые могут отравить врагов. Повышен бонус урон при физических эффектах, повышает урон наносимый врагам, на которых действуют физические эффекты, повышает силу атаки и стихийной атаки, когда персонаж ближе к смерти, упрощает наложение физических эффектов на врага. Ну, у нас пока ничего нету. 52, у меня 169, не хватает одной, блин. Ладно. И куда нам идти теперь, получается? Тут мы все собрали, сюда нельзя. Действие на карте. Сову мы нашли одну тут. Вот туда мы не ходили, вот. Давай сходим туда, посмотрим. Что-нибудь там интересное пропустили. А, вон, под карту у нас появился значок. И враги зареспавнились. Значок, вилка, ложка. То есть это он получается сытый. Картофель. Вот из картофеля будет что-нибудь поинтереснее. Еда какая-нибудь. Четыре осы. Пчела. Давай, убей.
Одну пока. Бьет. Ну убейте ее уже, молодец. Я хочу, чтобы ей немножко прокачать, а то я быстрее сейчас прокачусь, чем она. Чем Шион. Отлично. Пошли посмотрим, что там есть интересненького в этом ущелье вашем. Это что-то новое. Лаванда. И все. Тут опять зареспавнились все, я так понимаю, да? Там, здесь. Ну да, они зареспавнились. Давай еще раз подеремся по этими. Мне нужно сюда. Третьего. Сейчас она выстрелит. Добил все-таки. Но последний удар не добьет. Ладно, пошли туда. Ну, так у него костра мы сохранились. Если мы туда дальше пойдем. Сейчас у нас сохранится правитель, титул. Паганские руины, вход. Сейчас мы здесь, я так понимаю, платьице для него найдем. Похоже, мы на месте, теперь он выглядит древний. レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって？アストラルエネルギー。Вот так вот。わかった？Зашли мы тут к ним. Снаряжи. Ну, управляй, давай, открывай. Это она, то есть, открывает меня. Здесь. Этаж первый. Сколько их тут вообще? Дай карту посмотрю. Ну, значит, туда сходим. Как они все пробрались? Ну, вопрос, да. Седьмого, кстати, они слабенькие. Добивай, давай. Подожду, молодец. これは価値があると思うわ。Это что? Сундук, флакон жизни, два штучки. これは интересно, сундучок. Флакон なのか。レナのものね。中身はありがたくいただきましょう。Искать что столь много. Магари なりにも。満腹になるほど食べたなんて、いつ以来かな。あなたたちは十分な食事は与えられていないの。決められた時間に決められた量、十分だった試しなんてない。みんなレナの目を盗んで栽培したりなんだりして、どうにかしのいでいるんだ。今にして思えば、あまり元気になりすぎて反抗する気を起こさせないためだったのかもな。そうね。空腹は
体も心も萎えさせるから。レナなのに知っているのか。私は同胞に追われる身よ。黙ってても食事が出てきたりはしないわ。カウジを заурчал. У неё теперь. 今のは。何も聞こえなかったわ。いや、でも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺のまだ手つかずのがあるが、食べるか。いただくわ。Оставил, молодец, поесть ей. Добила, молодец. Что он как раз таки? Левел. А куда нам идти? Я же немножко заблудился. Грибы какие-то. Шиитаки какие-нибудь. Кто там, не пойму. Что за звук? Но наверх тут нигде не проберешься, да? Да. Наверх мы сейчас там попробуем, наверное, пробраться. Да, скорее всего, эту лестницу сейчас будет. Две пчелы. А почему ты пчелу сразу пометил? Молодец, молодец, молодец. Все, она восьмого левела. А, то есть она максимум набрала восьмого левела. То есть дальше не хочет подниматься. Странно. Перепрыгнул. Эх ты! Не перепрыгнул-то, ё-моё. А здесь не заберется. Надо было бежать, в общем, чтобы перепрыгнуть. Сейчас попробуем. Или тут надо было пройти. А, там нельзя перепрыгивать. Понятно. Какой-то сундук очередной. Яблочное желе. Ну, я так понимаю, только отсюда, если спрыгнуть. Отсюда не допрыгнуть. Погоди, все-таки придется покорячиться, попрыгать. Я должен туда перепрыгнуть. Ну, почему он туда не допрыгивает? Да, странно, не допрыгивает. Ну ладно. Он как стенку вот упирается. Видимо, здесь только то, что видишь, туда идешь. Сверху можно спрыгнуть, хотя сверху... Да, он там сверху спрыгнуть, можно обойти. И тогда я... Тормозов нет у него, ё-моё! Пятый раз забираюсь. Это второй этаж у нас. Вы здесь катаетесь. Двоих сразу. Да, у нее причем не прибавляется больше левел.
ограничение, видимо. Если я прокачаюсь дальше, то я буду очень сильный. Придется нам взять. Туда сначала сходить, посмотреть, мало ли. Ну тут лифт. А, это лифт. Тут очередной ящик. Апельсиновое желе. Тут кто? Да, и кто? Непонятно, кто его первый убил. Очередной какой-то тут панель. Очередная панель. А чего я открыл? Где-то я что-то открыл. Но пока не знаю. Есть лифт. Сейчас я вниз спрыгну. А, вот здесь я, получается, открыл. Слитый железо. Это у нас ромашки. А, нет, кстати, дальше-то опыт набирается. А почему до этого стоял, я что-то не понял. Так, здесь я еще не был. Вот он, сундучок какой-то очередной. Ну, это какой-то знак ранения. Это знак повышает пробитие. Так исторически сложилось, что его используют не только в борьбе с врагами броня, но и при взятии крепостей. Дай-ка посмотреть, говорит, снаряжение. Дай-ка, говорит, посмотреть. Давай посмотрим. И чего она нашла? Платье не нашла, аксессуары не нашла. А, знак ранения. А что он дает ей вообще? Пробитие плюс 30%. Нормально. А у меня, кстати, ничего нету. Ну-ка, ну-ка. Аксессуар. Да ладно, пусть у нее будет. Кстати, я смотрю, это вилка, ложка. Ложка. Ножик, ложка расходуется. То есть это сытость. Нужно обязательно будет пополнять. То есть здесь есть выживание в этой игре. Так, нам вниз нужно спрыгнуть, опять до лифта дойти, на лифте подняться. Ну, пошли. Так, не туда. Не туда. Я все-таки пытаюсь найти снаряжение. Хочу в этой серии, чтобы у меня было снаряжение. Это сейчас будет третий этаж, и мы поднимемся на четвертый. Пролезь. Нет, лифт, вот он. Как находится-то? Жилой квартал. Так, мы пришли. Ждет, стоит. Так, она переоделась. Такага фуку о кигаэру крайде. Нанио сонна жиган.
Обалдел. Нани? Слова. Не можешь подобрать теперь. Что такое, говорит, Нани? Я... Сану... Нандаму най. Да, речь потерял. Икаген, джильфа тачи га мачку табилетеру коро да. Соро-соро модоро. Благородная роза. Антиквариальная винтовка, найденная в руинах в Рене. За изящным исполнением скрывается бескомпромиссная мощь. Даже в суровых условиях она не подведет. Благородный багрец. Это как раз таки платьице. Старомодное платье, сшитое на ленигисе. Невероятно удобное и при этом красиво элегантное. Багровый тиара. Старомодная заостренная тиара, созданная на ленигисе. Хорошо смотрится с платьем. Точно. Урубетек не модер ваю. Джоукиген на. Сонна не вкуга урешкатта ка. Бецу не со же най ваю. Отсюда нам теперь как убегать? Как и приходили, я так понимаю, да? Быстро отсюда не уйдешь. Сразу вот на третий этаж. Только спустился, а тут уже нападают. Но она уже неплохо так спам стреляет. Пушка, которую я дал или нет. Вот она. Сейчас, погоди, да, посмотрим. Да, посмотрю снаряжение. Чем ты там стреляешь там? Ну, она похуже. Вот это моя получше, которую я давал. Я думаю, лучше. Оказалось хуже. И где у вас выход? Да, не хочу с вами драться. Чего он там предлагает? Поговорить со мной, что ли? Здесь «補給基地» или что-то, я сказал. Но Неаз сказал, что это «Сироато». На самом деле, как это? Да. Да. 私が知るわけないでしょ。レナのことなら何でも知ってるとでも思ってるの？そうは言わないな。300年前、レナから持ち込まれた資材の多くが、そのままいろんな用途に転用されたとは聞くわ。だから、ここは補給基地だったかもしれないし、同時に、スルドの城だったこともあったかもしれない。いつからスルドの城が今の場所に移ったのかは知らない。これで満足？ああ。ありがとう、教えてくれて。別に大したことは言ってないわ。ほら、さっさと行くわよ。Пошли дальше. Значок появляется, то есть не поговорить хотят с друг другом. Он расспросить хочет. Модорка, Урубезек. Соне, патто икимашо. Патто, не. Кто-то торопится. Так, перенос. По мере исследования лагерей игровых регионов вам доступна точка переноса, между которыми можно перейти мгновенно. Откройте точки на карте и выберите пункт назначения. Некоторые области могут блокироваться по сюжету. Понятно. То есть я могу сразу отсюда перенестись в Узельби... А, вот сюда вот. В трактир сразу могу перенестись. Вон оно что. Я думал на карте куда-нибудь, а я именно в трактир прям сразу переношусь. Отлично. Мы пришли сюда. Ну, я думаю, продолжим уже в следующей серии. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Всем пока.